Я заряжен. Внимание, минутная готовность. Минутная готовность. Заряжен, я кедр. Вас понял, минутная готовность. Занимал исходное положение. Поэтому несколько задержал с ответом прием. Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Thank you.
Гагаря, как самочувствие? Гагаря, прием. Of April 1961, the first cosmic spaceship named Vostok, with a man on board, was orbited round the Earth from the Soviet Union. He is Airman Major Yuri Gagarin, an Air Force pilot, a citizen of the Union of the Soviet Socialist Republic. The start of the space multi-stage rocket is reported to have been successful, and after it gained the first cosmic speed and separated from the last stage of the rocket carrier, the spaceship began its free flight on an orbit round the Earth. Я Кедр. Произошло выключение второй ступени. Прием. Кедр, я завел один. Работает то, что нужно. Последний этап, все нормально. Прием. Вас понял, слышал включение, чувствую работу. Самочувствие отличное. Наблюдаю землю, видимость хорошая, прием. Кедр, кедр, я Заря, молодец, отлично все идет, хорошо. Я Заря, прием. Заря, я Кедр, наблюдаю облака над землей, мелкие кучевые. И тень один, красиво, красота. Как слышите, прием? According to preliminary data, the revolution of the spaceship around the Earth takes place within 89.1 minutes. Its lowest point from the Earth is 175 kilometers. The highest, 302 kilometers.
метров. Я заряд слышал вас отлично. Продолжайте полет. Полет продолжается хорошо. Перегрузки растут. Медленно, незначительно. Все переносится хорошо. Эмоции небольшие. Самочувствие отличное. В иллюминатор зора наблюдаю. Земля все больше закрывается облаками. Прием. Я заря, все of the space flyer, Major Yuri Gagarin, during the launching of the spaceship Vostok to orbit was normal, and at present he is feeling well. Самочувствие отличное.
Настроение бодрое. The angle of the declination of the plane of the orbit to the equator is 65 degrees 4 minutes. The weight of the spaceship with the space pilot is 4 tons 725 kilograms without the weight of the final stage of the rocket carrier. Two-way communication has been established and are being maintained with the space flyer, Major Yuri Gagarin. Вот сейчас Земля покрывается все больше облачностью, кучевая облачность покрывается слоисто дождевой облачностью. Такая пленка на Землю. Уже земной поверхности практически становится не видно. Интересно, да, вот сейчас открыто складки. Заря-1, заря-1, вас слышу очень слабо, самочувствие хорошее, настроение бодрое, продолжение полет, все идет хорошо, машина работает нормально, прием. Вот уже здесь зарю, один, слышно плохо. Иллюминатор взора проходит солнце. Немножко рисковат его свет. Вот солнце уходит из зеркал. Черное небо, но все на небе не видно, может мешает освещение, переключают освещение на работе. Прием.
Согласно заданиям. Самочувствие хорошее. Включился спуск один. Подвижный индекс ПКРС движется к второму положению. Все пушки ПКРС горят. Самочувствие хорошее, настроение бодрое. Параметры кабины, давление, единица, влажность 65, температура 20, давление в отсеке единица, в ручной системе 155, первой автоматической 155, вторая автоматическая 157. В баллоне ТТУ 320 атмосфер. Чувство невесомости переносится хорошо, приятно. Продолжаю полет по орбите. Как поняли, прием. Продолжаю, невесомость проходит хорошо. В общем, я
идет хорошо. Что можете мне сообщить? Прием. Transmitters aboard the spaceship are operating on 9.019 megacycles and 20.006 megacycles on the ultra short wavelength of 143.625 megacycles. Самой поверхности Земли вниз такая радуга переходит. Очень красиво взрушло через правый иллюминатор. Земля ушла из иллюминатора взора. Самочувствие отличное.
The shortwave transmitters aboard the spaceship are operating on 9.019 megacycles and 20.006 megacycles on the outer short wavelength of 143.625 megacycles. Thank you.
state of the space flyer during the flight is being observed with the help of radio, telemetric, and television devices. The systems ensuring the necessary conditions for life in the cabin of the spaceship are functioning normally. Говорит Москва. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич.
звезды через дождь, как проходят звезды. Очень красивое зрелище. Продолжается полет в тени Земли. Thank you.
Thank you.
внимание, 10 часов 9 минут 15 секунд вышел из тени Земли. Но через правый иллюминатор и взор видно, как появилось Солнце, объект вращается. Очевидно, работает Солнечная система иллюминатор. Thank you.
That was the weather, and now a look at the news. Half an hour ago, the Russians announced that they'd put the first man into space. An announcement broadcast from Moscow Radio in English said the world's first spaceship, Vostok, with a man on board, had been launched today on a round-the-Earth orbit. The first space navigator is Major Yuri Gagarin. Radio communications have been established and maintained with him. He's feeling well, and conditions in the cabin are normal. The flight of the spaceship is continuing. Самочувствие отличное. Продолжаю полет. Все работает нормально. Все работает нормально.
Thank you.
On the launching of the first spaceship, Vostok, with a citizen of the Union of the Soviet Socialist Republics on board, Major Yuri Gagarin. This is Radio Moscow.